А сейчас добро пожаловать телезрители, которые обожают жемчуг в изобилии. И жемчуг, и кружево, и классические варианты блуз. Потому что именно все эти нюансы собрались у нас в одно единственное предложение. Специальное предложение сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка, встречайте, драгоценная блуза по цене 1499 рублей. Слушай, по такой цене можно купить ожерелье из жемчуга, но никак не блузу с кружевом, да. Жемчугом, с шифоном, насколько я еще понимаю. Кстати, я бы даже сказала, не ожерелье, Оль, можно купить, знаешь, такую маленькую ниточку. А у нас-то с вами и вышивка здесь жемчужная, и кружево у нас здесь совершенно разное, и два материала еще, ко всему прочему. Такая блуза всегда актуальна, она не имеет возраста, она не привязывается к цветотипу и типу фигуры. Поэтому, выбирая такую блузу, вы делаете прекрасное вложение в свой гардероб. Я выбрала для себя самый, пожалуй, сдержанный темно-синий цвет, но у нас есть и более яркие предложения, например, коралл. Вы, кстати, коралл я очень люблю, а в сочетании еще и с белым воротничком вообще будем свеженькие, краситься не нужно. Если вы не любите краситься, коралловый цвет – это ваш выбор. Есть у нас еще цвет бирюза, тоже очень яркий, посмотрите, любимый цвет нашей коллеги Арины Горшковой. Угу. Ну, а если вы хотите, знаете, вот на работу надеть или на праздник блузу с жемчугом, воздушные узоры, можно выбрать цвет, как он называется? Айвори называется этот цвет. Смотрите, вот такой вот красивый, или цвет шампанского его еще принято называть, да? Очень красивая здесь вот такая вот оторочка именно в таком цвете по нашему вороту. Да, это, пожалуй, самый классический вариант, конечно же, нарядная белая блуза с кружевным воротничком всегда пригодится в гардеробе. Нереальная блуза, очень красивая, прям, знаете, пропитанная любовью. Драгоценная блуза по недорогой цене, которая действует только сегодня на телеканале Shop and Show. 900 рублей вы сегодня экономите, и не забывайте, что цена, которую вы видите на экране, она действует только сегодня. Преображайте свой гардероб, будьте самыми красивыми. Слушай, а какие размеры у наших девочек, я хочу понять, потому что, знаешь, вроде бы она еще и со стройнящим эффектом. О, да. Но стройнящий эффект здесь, Оль, мы получаем за счет кроя и, конечно же, за счет вытяжения кружевом. Вот, кстати, наша Таня носит 48 размер. Блуза выбирает размер в размер. Можем полюбоваться на нее. Кстати, тот самый случай, когда и белый не полнит, между прочим. Да, знаешь, как говорят, белый не носить. У нас на телеканале говорим так: белое обязательно носить, обтягивающее можно надевать, безусловно. Но в данном случае здесь ничего не пережимает, да, в этой блузе? Вот, это, кстати, да. Ты знаешь, не пережимает благодаря свободному крою. Наша вторая Танечка выбирает как раз коралловую для себя блузу свободную. Вот, кстати, Таня выбрала на размерчик побольше ее. Знаешь, ну, за счет того, чтобы свобода была в зоне декольте, в зоне груди. Кстати, такой крой еще на плашечке позволяет нам животик скрыть. О, это про меня. У меня фигура яблочко, и яблочко свое всегда хочу скрыть. Мне очень нравится, что эта блуза, она не облегает. Вот она вот как-то, знаешь, вот не спадает свободно на нашем теле. Слушай, скажи, пожалуйста, а что это за ткань такая интересная? А здесь два материала, Оль. Смотри, вот основное полотно – это вискозный трикотаж. Видите, тянется, как он подтягивается? И, кстати, мне очень нравится, что он на матовой фактуре, причем непрозрачный. То есть мы здесь с вами можем быть спокойны, выбирать белье, то, которое нам комфортно, не задумываясь о цвете. А вот рукавчики на нашей блузе, вот они у нас из другого материала. Здесь у нас, посмотрите, декоративный шифон. Вот он как раз у нас прозрачный, но сразу обратите внимание на ширину рукава. Ширина очень хорошая, то есть если даже ручка полновата, можно быть уверенными, что сядет прекрасно. Но еще один важный момент. Мы видим с вами, что рукавчик заканчивается манжетой. Всегда боимся, если декоративный шифон, да, чтобы манжета не порвалась. Так вот здесь посмотрите, как все грамотно продумано. Манжета эластичная, и строчка вот здесь у нас тоже эластичная. Подтягивается, но не рвется. Слушай, здорово, и нитки тоже тянутся вместе с нашей тканью. Вспомните, вот бывает такое, когда приобретаем блузу, платье, надеваем, она трещит на нас. Все это потому, что ниточки не готовы растянуться вместе с тканью. Наша блуза глобальным образом адаптирована под наши несовершенные фигуры, наши полненькие ручки. Забирайте, вам понравится. Цена только сегодня. Максимальная скидка и 4 цвета на выбор. Слушай, скажи, пожалуйста, меня только один вопрос интересует. Да. Как все это мероприятие стирать? Это же кружево, тут столько
жемчуга. Может, что-то отлетит, не дай бог. Нет, не отлетит, Оль, давай сразу рассмотрим, что весь жемчуг у нас пришит, закреплен, не приклеен. Угу. То есть здесь мы с вами в прочности уверены, и стразинки наши пришиты, и жемчужины сами пришиты. Посмотрите, какая красота. Поэтому мы с вами можем свою блузу стирать. Конечно, делать это будем в ручном режиме, в холодной воде, но тем не менее химчистка нам не понадобится. Прекрасно, мне очень нравится твое заявление, можно стирать дома, а значит никакой химчистки, а значит можно носить не единожды блузу, а несколько раз. Слушай, вот как ты считаешь, вот подобные праздничные блузы, можно ли надевать вот просто вот на работу для настроения? Конечно, Оль, нужно. Я вообще считаю, что женщинам нужно наряжаться именно для настроения своего, а если мы в хорошем настроении, то и у окружающих оно точно будет хорошим. Кстати, подобрать комплект к этой блузе тоже абсолютно легко. Смотрите, наша блондинка Татьяна выбрала юбку от костюма, который называется «Лейтмотив», и появится у нас чуть-чуть попозже. Как хорошо белый цвет сочетается нашей блузы с узором белым на юбке от костюма. Ну, а наша брюнетка Татьяна выбрала брючный костюм, коралловую блузу и брюки-утяжки Лейла. Лейла, не забывайте, что брюки мы вам уже презентовали. На них действует тоже отличная скидка. Ну и блуза с жемчугом — идеальное дополнение. Воздушный узор, невероятно драгоценная блуза. Здесь и жемчуг, здесь и кружево, здесь легкие ткани, жарко не будет. Но самое главное, все-таки, как подобрать правильный размер? А очень просто. Если нижний тип фигуры или песочные часы, берем размер в размер. А если верхний и пышная грудь, тогда выбираем на размер побольше. Вот и все секреты.